Пруд станет настоящей жемчужиной парка «Молодежный». Более 20 тысяч кубометров воды, которая будет подаваться из водопровода и скважины на глубине 70 метров. А украшением самого водоема станет фонтан на плавающей платформе. Перед тем, как вернуть воду, строители разровняют дно, заменят асфальт по периметру и укрепят береговую линию. Мы здесь предусмотрели другую технологию берегоукрепления габионными конструкциями. То есть будет не голый бетон, некрасивый там, заиленный, а будет камень-галыш, уложенный в габион. Параллельно в парке идут работы по благоустройству второй очереди в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В порядок приводят входную группу и аллею со стороны улицы Воронежской. Здесь обновят тротуарное покрытие, добавят лавочки, урны, клумбы, высадят дополнительно кустарники и деревья, а также продолжат действующую в парке велосипедную дорожку. Концепция благоустройства первого и второго этапа, она позволяет полностью соединить пешеходную зону от улицы Воронежской до улицы Нововокзальной. То есть это будет законченный этап благоустройства общественной территории «Парк Молодежный», который будет себя содержать полностью проходную зону, значит, с целью комфортного передвижения и также возможности отдыха на непосредственно водоеме, который будет восстановлен. Жители с нетерпением ждут, когда все работы будут выполнены. Они уже 2 года подряд поддерживают благоустройство парка своим участием в рейтинговом голосовании федерального проекта. В этом году в выборе пространств, которые приведут в порядок в 2024-м, участвует третья очередь молодежного. Инициативная группа хочет, чтобы зеленая зона стала настоящим центром притяжения всего района. А реализация таких проектов возможна благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Строится именно то, что требуют жители. То есть раньше бывало, построят что-то, жителям это не нужно. А тут именно вот прислушаемся к мнению жителей, к требованиям и стараемся это максимально принести, построить, сделать. Пойти жителям навстречу. Все работы в парке выполняют не только под контролем городской администрации. Жители также приходят на объект и обсуждают работы с подрядчиками, потому что именно по их проекту проводят обновления. Закончить работы в парке планируют к началу осени. После этого территория будет обслуживаться муниципальным предприятием «Парки Самары». Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.